Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на моем канале. И сегодня мы поговорим о легендарном оружии из мира World of Warcraft. Сульфурас, рука Рагнароса. Итак, давайте вспомним, кем у нас является Рагнарос. Рагнарос – бог Лимиталей Огня. Давным-давно недрами мира правил Повелитель Огня со своими собратьями, грозный вассал древних богов. Рагнарос воевал против титанов, за власть над планетой. Ценой поражения для Лимиталя стало вечное заточение в сферу. В центре обширного огненного озера находится крепость Сульфурона, обитель Рагнароса. Вплоть до освобождения Повелитель Огня стальной хваткой властвовал в своей сфере. 300 столетия спустя, когда на вершинах горы в глубинах подземелий шла война трех молотов, лидер дварфов темного железа Таурисан, планируя вызвать могущественного миньона, воззвал к древним силам, дремавшим в недрах земли. Грезы о быстрой победе оказались обманчивы. Вместо этого перед королем предстало древнее существо, воплощение ужаса и рока. Что ж, как же все-таки получить этот легендарный предмет? Для того, чтобы получить этот легендарный предмет, требовалось две основные составляющие. Сульфуронский молот и око сульфураса. Для того, чтобы изготовить молот, требовалась куча редких реагентов, которые падали в огненных недрах, включая такие как сульфуронский слиток и кровь горы. Слитки падали с големага, рейдового босса. Если верить вовхеду, то шанс составлял 33%, то есть не гарантирован каждое КД. Кровь горы давали разрушители из недр, причем шанс упадения также был невелик, около 7%. Во времена, когда рейтинг был уделом не слишком многих и ходили по 40 человек, сбор всех этих ресурсов мог затянуться на месяцы. Но даже если бы вы собрали сульфуронский молот, то оставался второй компонент – око сульфураса, который падал с финального босса. Шанс упадения составлял примерно 4%. Что до лора, связанного с этим оружием, то тут есть небольшая заковырка. С одной стороны, все ясно, это молот самого Рагнароса, Повелителя Огня. Но с другой, если мы его побеждаем, то в чем смысл долгого фарма ресурсов, привлечения кузнеца для создания предмета? Да и сам молот настолько большой, то как им может орудовать простой смертный? Частично ответ может быть найден в следующем пассаже из истории Азерота. Сульфурас невероятно велик. Даже если смертный каким-то образом его победит, то вряд ли они смогут взять его в руки. Однако фанатичные последователи Рагнароса нашли способ изготавливать молот исходного вида. Каждый требует ока сульфураса. Это меньшее по размерам оружие известно как сульфуронские молоты. Сульфуронский молот – это уменьшенная копия сульфураса. Вот так. Именно этим и объясняется вся эта проблема с созданием заготовки сульфуронского молота и последующим его монтажом с оком сульфураса. Как получить легендарный молот сульфурас? Огненная недра сейчас проходится любым классом, соло и без каких-либо проблем. Чтобы попасть в подземелье, не нужна рейдовая группа. По сути, единственная проблема здесь – это око сульфураса. Шанс дропа по-прежнему составляет примерно 4%. Для того, чтобы добраться до Рагнароса, вам нужно убить всех боссов в рейде. Даже если не чистить весь трэш, то на полный забег вам понадобится около получаса. Реагенты для сульфуронского молота можно как нафармить самому, так и купить на аукционе. В принципе, на аукционе можно взять и заготовку молота. Цена за реагенты и саму заготовку может колебаться, но будьте готовы потратиться. На этом история легендарного оружия, возможно, и не заканчивается. Что ж, пока мы не знаем точно. А если вам видео понравилось, вы можете подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Всем хорошего ролла, до свидания.